Всем привет! Сегодня в моем видео обзор магазина Фикс Прайс в городе Казань. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. У нас появилась новинка, вот такой держатель для губки для мытья посуды, вешается на кран, стоимость 55 рублей. Также вот такие формочки для выпечки кексов, они силиконовые, цена такая же, 55 рублей. Формы для печенья с поршнем, стоимость 50 рублей, разных цветов. Набор бутылок с дозатором для соуса фирмы Окичен, 2 штуки в комплекте, стоит 50 рублей. Набор эластичных крышек в комплекте, бывает по 4 штуки или 3, в зависимости от размера, стоят они 77 рублей. Керамический нож 21 сантиметр фирма Окичен стоит 99 рублей. Также есть и металлические ножи в продаже по 77 и 55 рублей в зависимости от размера. Толкушка для картофеля по 77 рублей и силиконовые формы для приготовления вафель разных цветов, стоимость 99 рублей. Скалка 36 сантиметров фирмы Окичен разных цветов, состав полипропилен, силикон, цена 149 рублей. Овощечистка по 55 рублей, а также вот такая интересная лопатка с щипцами, все в одном, по 50 рублей. Новая кружка в виде тыквы 55 рублей, выполнена из стекла. Появились просто огромные чашки по 99 рублей в двух нежных расцветках. К Новому году завезли милые тарелки разных форм. Стоимость 99 рублей, сделаны они из доломита. В этом году также не обошлось без новогодних кружек. Стоимость разная, от 99 рублей до 149. Объем такой кружки 400 мл. Новогодние тарелки из фаянса диаметр 20 см стоимостью 77 рублей. Тарелки в виде звезды, елочки, подставка под ложку стоимостью 99 рублей, сделаны из доломита. Глубокие тарелки с темной окантовкой по 77 рублей, выглядят очень стильно и круто. И также тарелки внутри красные по 77 рублей. Тоже сделаны неплохо. К Новому году снова привезли минажницы в виде елочек разных расцветок. И вот новинка — квадратные минажницы. Стоят они все 199 рублей. В детском отделе новый набор, торт праздничный. Также игрушка «Растущий волшебный сад», который позволит наблюдать за сказочным преображением этого растения. Игрушка радуга из 10 разных деталек. Также автомат-хватайка. Очень интересная штука. Развивающие различные головоломки, стучалки, игровые наборы. Интересные наборы игрушек, которые можно раскрашивать самостоятельно. Появилась даже игрушка-раковина за 199 рублей. Набор мороженого, счеты, игровой набор «Моя столовая», а также чайный сервиз за 199 рублей. Переходим с вами к новогодним новинкам. В Фикс Прайсе большое количество новых гирлянд, интересных светильников, просто потрясающие елочки разных расцветок, зеленые и белые. Выбор очень огромный, и я хочу скупить абсолютно все. Новинок — металлические гирлянды по 199 рублей в виде сердечек и шариков. Также веточка искусственная и декорация подвесная.
Набор новогодних шариков 12 штук по 77 рублей. И декоративные птички по 99 рублей. Смешные ободки по 77 рублей. Наклейки для украшения окон, холодильника и других предметов. Цены разные. От 77 до 99 рублей. Огромный выбор подарочных коробочек. Стоимость разная, от 50 до 99 рублей. Какие-то коробочки уже были в прошлом году, а какие-то появились только в этом. Далее я считаю мои комментарии бессмысленны. Полюбуйтесь сами и убедитесь в том, что FixPrice в этом году радует нас, как обычно, своими разнообразиями и красотой новогодних украшений. Выбор огромный. Игрушки и украшения все очень интересные и современные. Я думаю, каждый непременно найдет для себя что-то интересненькое или то, что он давно искал. Цены очень радуют по сравнению с другими магазинами. Новый год еще совсем далеко, еще целых 2 месяца, но уже очень сложно остановить себя и не набрать тут целую корзину. Ну а я потихоньку буду заканчивать свой обзор. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всем я желаю прекрасного настроения, хорошего дня, не болейте, берегите себя. Всем пока-пока!